ПТП работает в обычном режиме, срывов графиков нет, но в связи с тем, что начали люди убирать, бросают ветки и поджигают мусорных баков. То есть мусорные баки начинают у нас опять уменьшаться. Это единственная у нас на данный момент проблема. Казань, там вот там, где проблемные районы, именно где так происходит, вот есть председатели микрорайонов, вот сейчас можете озвучить какой-то район, сейчас мы прямо с председателем микрорайона поговорим. Ну, если берем это Шевченко 4, там было уничтожено два бака. В понедельник было возгорание на Свердлова. Жители нам позвонили, мы выехали оперативно, но бак все равно не удалось спасти. Все. Я хочу обратить внимание, АТП обращало внимание, теплая погода, начинают люди наводить немножко порядок и сжигать мусор. В связи с этим также возросло количество пожаров, а именно надворные постройки, заборы и мусорные баки, то, что сегодня беспокоит нас.